где звук? Так, дорогие друзья, сегодня у нас большой день, мы вооружили штатив, мы едем на встречу с Мельником, это кандидат мэра Москвы от КПРФ. Дружинников. А мы идем на встречу с кандидатом в мэры. А народ идет в парк культуры. Агитаторы за кандидата должны быть приветливыми, улыбаться. Контрольная закупка. Мобильная камера вас снимает, как вы выполняете свои должностные обязанности. Очень вам же за это деньги платят, да? Вы волонтер или вам платят деньги? Работу мы оплачиваем, но это немного. Немного. То есть вы по зову сердца работаете? Вот и да, и нет. Вот глядя в камеру, можете сказать, вы поддерживаете того кандидата? Конечно, я за Собянина. Вы за Собянина. И я тоже. Отлично. Меня снимать не надо. Спасибо большое. Спасибо. Да, обязательно. Мы как раз идем на встречу с еще одним кандидатом. От КПРФ. А, от КПРФ? Да, да. А чего вы так за КПРФ? Вы камеру выключите? Не, камеру я выключить не могу, дорогие друзья. А что Собянин предлагает? Вот на стенде Собянин я отвечу. Значит, говорится, что в Подмосковье в заботе о пассажирах в часы пик будут уменьшены интервалы хождения между поездами. То есть поезда пассажирские отправляться с московских вокзалов будут каждые 10 минут для удобства граждан, прибывающих из ближнего и дальнего Подмосковья в центр нашей столицы и вовремя, значит, соответственно, убывающих. Прекрасная инициатива, да. А что будет с автомобилистами? Опа-на! И вот тут-то мы попали. Все Подмосковье встанет в жесточайших пробках. Вот что такое программа Собянина, дорогие друзья. Мы идем исследовать программу других кандидатов. Да. Давай. Ну, вот что вы можете возразить? Вы же понимаете, если что... Если у вас есть пожелания или... Ну, не, я не могу. Я видел пожелания.
Я видео наказы оставляю. Вот, отлично. Вот, возьмите, пожалуйста. Либо на сайте вы можете обратиться, оставить ваше заявление. Дорогие друзья, дорогой друг, не могли бы вы отсюда уже пойти? Могу, конечно. Сейчас закончу съемку. Да, конечно. Потом подойдете через. Надо же с любовью. Ну, надо же с любовью. Дорогие друзья, все оформлено. То есть есть обратная связь. Можно заполнить бланк, зайти на сайт. То есть все становится прозрачно и лучше. Большое спасибо. Не, зачем макулатуру? Мы в электронном виде зайдем. Все, удачи. Спасибо вам. А также программа Собянина – это перелом всего асфальта. Слом всего асфальта. Замена на плитку. На плитку. В интернете много всяких материалов о родственниках Собянина, кто с каким бизнесом связан. То пластиковые стулья мы производим, то плиткой закладываем все. Варвары! Вот такой асфальт здесь был. Таким его сделали. Итак, нас окликнули, дорогие друзья. Я веду прямую съемку. Пока стоп снят. Куда? Где вход? Дорогие друзья, если вы хотите, чтобы в вашем городе был сломленный вот такой вот асфальт, голосуйте за Собянина, потому что это искусственно накрученные лайки. В отчетах будет написано, сколько дорог отремонтировано, сколько там, все это фуфел, все это перемолотые народные деньги ради отчетности. Качество здесь было отменное, дорогие друзья, отменного качества было. Пока стоп снято. Актив. А где полиция? Где полиция? Полиция здесь. А в штатском? Дружинники с повязками, а сотрудники, значит, без повязок. Она уже имеет право. Она уже имеет право. Ну хорошо, значит, пока только этот вопрос рассмотрим. Вот этот вопрос, да, не осталось. Я приду сейчас. Хорошо. Ну, может, тогда... Ну, пришел наш, выкидывали сюда. Приставы пришли. А потому что 6 вечера, покиньте, вы слушатели. Мы говорим, вы что, процесс открытый? Открытый. Почему вы нас не будете? Вообще закончился работать. А с человеком закон не связался? Нет, а не было там? Я же, по-моему. Хотят прям под самый подъезд. Да, под самый подъезд. А где у нас Иван Мельник? Не подскажете? Он здесь будет? Встреча будет? Ну, это самое, это вообще у нас депутат. Не-не-не. А где господин Мельников? Сейчас. Скоро прибудет. Скоро прибудет? Сюда прибудет? На улице будет? Да, сюда. Вот здесь будет митинг. Он будет толкать речь. Толкать речь. Уралу. Вот Уралу пришло. Товарищи, через несколько минут здесь пройдет встреча с кандидатом в мэра Москвы Мельниковым Иваном Ивановичем.
все, кто неравнодушен к проблемам своего района, все, кто хотел бы услышать ответ на проблемы, на вопросы, волнующие его, может принять участие в этой встрече. Пожалуйста, не проходите мимо. Приглашаем вас на встречу с кандидатом в мэра Москвы Мельниковым Иваном Ивановичем Оккапареем. А вы его доверенное лицо? Я не доверенное лицо, я... А где вы будем собираться? Вот, вот здесь, прямо здесь. Ну, вы организатор, мы интернет-телевидение, глобальная волна. Замечательно. Я Родин Владимир Романович, я секретарь Московского городского комитета КПРФ по вопросам протестных действий, сотрудничества, взаимодействия с общественными объединениями. Видите, как вы начинаете сразу протестных действий? А лидер нации Владимир Владимирович говорит: ребят, давайте жить дружно, давайте мирно. А это мне все напоминает, волк в овчарню забрался, я знаю, и говорит: давайте дружить, ну давайте, я вас люблю всех, спокойно, давайте дружить. Спокойно, у вас орал для этого есть. Я вы Ацыковского Владимира Акимовича знаете? Кого? Так? Ацыковский Владимир Акимович. Не знаю. Член КПРФ, активный, физик. Ну, не знаю, ну что сделать, не всех членов КПРФ я знаю. Про овчарню, что вы думаете о смене экономической формации? Вот капитализм, социализм, коммунизм. Что вы об этом думаете? Что нужно строить? Значит, надо нужно давать нормальные строить, названия. Нужно Идеализм, строить не в названиях дело. Там дело демонизм. Нет, конечно. Нужно резко увеличить присутствие государства во всех отраслях ведущих. Конечно, малый бизнес и средний бизнес должны получить как бы свое развитие и поддержку государственную, чего раньше не было нашей в программе, но последние уже десятилетия мы это откорректировали вопрос. Все отрасли стратегические должны быть национализированы, вне всякого сомнения. Когда нам говорят, ну так недра и так принадлежат по Конституции. Принадлежать-то они по Конституции принадлежат, но весь доход, весь изымается в пользу очень небольшой группы крупных предпринимателей. Можете вот раскрыть этот тезис? Ацыковский говорит, что нужно отказаться от частной собственности на средства производства. Как в действующей экономической модели это может произойти? Рассказываю. Да. 13 лет лежал законопроект о национализации стратегических объектов. Фактически можно его называли там деприватизацию. И в этом законопроекте достаточно подробно все это описано. И только с приходом в этом созыве значительного количества депутатов-коммунистов появилась такая возможность вынести три сразу законопроекта, два с праворосовских и один от коммунистов, на пленарное заседание, пройдя наш комитет по вопросам собственности. Однако, как всегда, агрессивное большинство «Единой России» категорически отказалось поддержать этот законопроект, и он был их усилиями провален. Скажите, если ваш кандидат от КПРФ Мельников станет мэром, вот за него проголосует народ, вот смотря ваш ролик, слушая вас, понимая, что в команде Мельникова такие, как вы, так, вам поверят. Так. Как народ почувствует улучшение качества жизни? Вот проголосовали за вас. Когда значит, лучше начнет да, становиться? Конечно. Во-первых, вы, наверное, знаете, презентуя проект правительства Москвы, Иван Иванович Мельников высказался за многопартийность. Там представители всех политических ведущих сил. Есть даже, можно сказать, «Единая Россия». То есть из правительства Лужкова, из правительства Собянина по одному человеку предложено оставить из 11 всего. От коммунистов там только присутствуют 4 члена фракции КПРФ. Из них 3 коммуниста, один беспартийный, Олег Смолин. Дайте конкретный вопрос. Это очень конкретный вопрос. Очень конкретный вопрос. И было сказано, что это правительство будет существовать один год до новых выборов Московской городской думы. Это правительство будет гарантией честных выборов. И тогда честно избранные депутаты примут участие в формировании, также, мы надеемся, коалиционного народного правительства. А за истекший год к этому времени мы обязуемся изменить главное. Мы добьемся, чтобы все значимые инвестиционные проекты, все значимые для населения действия правительства
предварительно получали огласку и, ну, желательно поддержку. В основном, потому что, конечно, понятно, сколько людей, столько мнений, но каждый крупный проект, типа реконструкция Ленинского проспекта, Комсомольского проспекта, Кутузовского, не может проходить без социального согласия. Как вы оцениваете, какие настроения в обществе? Как вы оцениваете, сколько за вас вы можете взять голосов в процент? Это тоже вопрос. Я уже на него многократно отвечал. Значит, наша партия имеет на сегодня, я считаю, в обществе поддержку от 35 до 40%. Реальная поддержка Собянина, который, собственно, испугался от «Единой России» идти, и, в общем, все это затеи его с досрочными выборами свидетельствуют о его испуге, чистейшей воды испуге. Ну, не надо конкурентов. Да. Он хороший. Хорошо, самый замечательный. А вот политическая партия натворила столько, и его правительство, что уже нанесен серьезный урон имиджу и партии, и правительству нынешнему московскому. Поэтому я оцениваю до 35% поддержка населения Собянина. Если эти 35% не поленятся и придут, а дадут свои голоса, как вы чувствуете, сможет ли это перевалить те, потому что многие не придут, поленятся. Главное сейчас... Все сможет перевалить. Я прошу прощения, мы можем с вами вопрос потом договориться. Спасибо. Я ответил. Да. Есть. Мой вопрос. Спасибо. Который сейчас повлияет на выборы. Так. Газеты и по радио говорят, что нас родившихся во время войны причислят труженикам. Это мы. Тоже и дома. Жилые дома. И тоже с въездом, как говорится, в подземные, вот, для подземных машин. Понятно. Но наши жители, как говорится, все уходят сюда. Все машины сюда. И у нас еще экологическая установка обостряется. Понятно. Поэтому мы бы хотели, чтобы их на гаражные места просто оставили. Да, может быть, каким-то им, знаете, да, вот открытые гаражи какие-то им сделать. А в этом письме обо всем этом было, да? Да, да. Поэтому мы вместе давайте продолжаем работать. А как нам с вами связаться тогда? Может быть, нам на прием к вам записаться? Ну, пока давайте дождемся ответа. В течение месяца ответ должны, да. После этого, значит, запишите телефон куда-нибудь. Запишите. Присоедините нас к труженикам тыла, родившихся во время войны, будет победа. Сейчас. А есть программа это. Задавайте вопросы, отвечу. Значит, 692-27-64. Перед этим 495. Мой товарищ Юрий Петрович. Юрий Петрович, я его очень ищу. Мой товарищ. Это не моя ручка. Иван Иванович, можно. Цыковский Владимир Акимович, вам известен такой активный КПРФ? Он физик. Он говорит о новых технологиях, которые... Москвич, да? Нет, он из Жуковского, он авиационный инженер. Слышал. А Цыковского Владимир Максимович. Да, слышал, но так что-то, по-моему, не встречался. Ему за 80 лет, если бы вы смогли бы найти время и посетить его лично, ага, это придало Олег бы вашей Алексеевич, компании... Олег Алексеевич, оставьте его телефон. Или... Вот, знаете Олег Алексеевич? Нет, вот не знаю, вы Олег Алексеевич. Да. А Цыковский Владимир Максимович, да, в интернете живет в Жуковском. Да. Понятно. Что все остается, он, как остается. Значит, давайте дождемся ответа Хулина, встретимся и обсудим результаты этого. Хорошо, хорошо. И будем вместе разрабатывать дальше план наших совместных действий. Отлично. Спасибо. Немножко отойдите. Спасибо. Назад. Вы немножко отойдите. Я прошу вас, оставайтесь вот здесь на местах, чтобы можно было спокойно, свободно общаться, и всем было видно и слышно. А чья это ручка? Давайте отдам. Я чужие не беру ручки. Давайте я на себя грех возьму. Отдам. Значит, кто-то оставил ручку Ивану Ивановичу. Может получить назад. Ребят, давайте встанем, чтобы... Да, так, давайте, посолнечко, пожалуйста, получим. Да, посолнечко. Да, ну, конечно. Как лучше встать? Ну, да? Так, да. Вот. Так, и картинка, машина. Оставите. Если это самое, я могу в электронном есть. А скиньте мне в электронном виде. Ну да, ну там такой, такая сложность, да? Там я напишу. А, кандидат. Нет, очень хорошая. Сейчас у коммунистов очень хорошая позиция. Электорат неленивый, понимаешь? Это самый неленивый электорат. Добрый день.
Поэтому если они 35% все придут. Телефон почта. КПР. Москва. СВАУ. Северо-восточная. Северо-восточная административная. Собака моя точка. С В А О. Ну, СВАУ. Северо-восточная. Я пришлю ссылки тогда на Владимира Акимовича Цыковского. Вы посмотрите. Спасибо. Ну а смысл контакта в нем что? А, понимаете, господин Мельник, он не физик. Да. Он не умеет считать атомные веса. Так. А Цыковский умеет. И у него вы доказательная на база. Научной основе, да, соединить их? Ну, как бы невозможно в 21 веке делать программу мэра, а в дальнейшем президента, не понимая экономику, которая будет базироваться на прорывных технологиях. Хорошо. Понимаете, да? Сможете ли вы сказать конкретно? О, прям не только могу, публично могу сказать. Затравникова. Это и сделаем. Давайте публичный вопрос. Затравникова под угрозой. Это письма. Товарищи, я призываю всех мне сохранить спокойствие и внимание. Мы начинаем встречу с кандидатом в мэра Москвы Иваном Ивановичем Мельниковым. Пожалуйста, по традиции. Уже второй месяц, как Иван Иванович объезжает районы Москвы, встречается с жителями отдельных районов, обсуждает их проблемы. Вы будете иметь возможность задать вопросы, получить на них ответы, высказаться, дать свою оценку или предложение. В начале встречи по традиции Иван Иванович кратко останавливается на тех проблемах, которые ему известны о вашем районе, и краткие какие-то основополагающие положения дает своей программы. После этого начинается диалог. Пожалуйста, выступая, представляйтесь. Иван Иванович, вам слово. Спасибо. Уважаемые товарищи, дорогие друзья, я предлагаю таким образом построить нашу встречу. Иван Иванович, тут машины просят тут микрофон. Уважаемые товарищи, дорогие друзья, я предлагаю таким образом построить нашу встречу. Ко мне уже вот сейчас подошли несколько жителей района Хамовники с конкретными вопросами. Я не скрою, когда я еду в какой-то район, я предварительно знакомлюсь с многом проблем, ну, с которым сталкиваются жители этого района. Поэтому я не буду в целом рассказывать о своей программе. Я очень надеюсь, что вы вот ту брошюру с моей программой, которая здесь есть за столиком, вот я ее демонстрирую, «От города проблем к городу успехов», где подробно описано, как я предлагаю решать основные проблемы города Москвы. Конечно, до деталей в такой программе все не напишешь, но как решать основные проблемы, здесь написано. Я очень надеюсь, что вы ознакомитесь с ней. Более того, я вас прошу, ну, если, по крайней мере, вам эта программа понравится, максимально ее передать соседям, друзьям, разложить по почтовым ящикам, ну, своих товарищей. Значит, основная проблема, с которой ко мне приходили сегодня, и есть письма жителей района Хамовники, это проблема, связанная с конченной застройкой. Это я понимаю. Значит, ситуация в Москве такая. Москва уже сейчас примерно в 2,5 раза... Основная проблема, дорогие друзья, это точечная застройка. А что тут дружинники делают? Людмила Александровна и Любовь. А это с митингом связано? Нет. Нет, это другое? Ах, это другое. Как старший участок на пути. И на самом деле прикрываются мнением граждан, решают свои бизнес-проекты. Вот с этим я категорически буду бороться. Более того, в моей программе вы можете прочитать, что я считаю, что та ситуация, которая сложилась в пределах третьего транспортного кольца, она в принципе недопустима.
Я считаю, в пределах третьего транспортного кольца нельзя не только заниматься жилым строительством, в пределах третьего транспортного кольца нельзя больше строить никаких торгово-развлекательных центров. В пределах третьего транспортного кольца нельзя строить никаких офисных зданий, потому что здесь уже перенасыщенное количество. И они мало того создают проблемы гражданам. Именно наличие такого рода объектов создают громадные транспортные проблемы для Москвы. Громадные транспортные проблемы. Более того, в моей программе записано, что, и я это сделаю, если буду мэром Москвы, что из пределов третьего транспортного кольца надо убрать все таможенные терминалы, надо убрать все складские помещения, надо убрать все автосалоны, чтобы реально разрядить ситуацию в пределах третьего транспортного кольца. У нас Москва сейчас устроена таким образом. Вот одна из реальных проблем, объективных проблем Москвы – это транспортная проблема. Утром все машины идут в центр, вечером все машины идут в обратном направлении с центра. Это в том числе происходит потому, что Москва в принципе спланирована и сейчас реализуется неправильная схема застройки Москвы. Москва продолжает строиться как такой моноцентрический город, когда все объекты в основном сосредоточены в центральной части Москвы. И вот то, о чем вы рассказываете, продолжается то же самое. Тут самая дорогая земля, тут самые престижные районы. И сюда надо воткнуть жилой дом, сюда надо воткнуть офисные здания, сюда нужно воткнуть очередной торговый центр. Вот этого ни в коем случае допускать не надо. Москва должна развиваться, если мы хотим решить в том числе транспортную проблему. Москва должна развиваться как полицентрический город. Тогда помимо исторического центра Москвы, есть еще ряд центров на периферии, где сосредоточены большие массивы людей, где находятся высокотехнологичные новые предприятия, какие-то центры госкорпораций и так далее. Вот тогда, и там же надо и строить дороги. Не эти бесконечно перекладывать трассы, расширять, которые в конце концов ведут горлышко, ведут в тупик, а надо строить дороги больше на периферии. В Москве действительно дорог не хватает, действительно не хватает, но их строят и развивают не там, где их надо развивать. Москва, московский центр, он должен скорее остаться центром для комфортного проживания тех, кто исторически здесь живет. И это больше должен стать центром, ну, таким, если хотите, туристическим. Я выступаю за то, чтобы в центре Москвы оставить музеи. Конечно, надо для иностранных гостей, для гостей столицы оставить гостиницы. Надо оставить театр. Вот и это нормально. И надо создавать хорошие и налоговые условия, и арендные условия для такого рода объектов, московских объектов. А не надо создавать вот бесконечный, превращать Москву в бесконечный торгово-развлекательный центр. Еще одна проблема, которая, я знаю, волнует жителей Хамовников, это проблема, связанная с реконструкцией Лужников. Я скажу совершенно откровенно, для меня большая спортивная арена – это объект, который составляет лицо города. Без большой спортивной арены я не представляю себе Москвы. Я знаю, что вы представляете, сколько в истории Москвы связано с этим замечательным спортивным сооружением. Опять же, хотят, мне кажется, устроить то, что убрать эти спортивные объекты, известные, знаменитые, исторические, и настроить здесь таких сооружений, которые создадут проблемы жителям всех прибрежных, окрестных микрорайонов. Еще одна проблема, о которой я вынужден сказать, это то, что, к сожалению, московские власти очень плохо прислушиваются к мнению ученых, к мнению специалистов. Район Хамовники – это вообще-то особый район. В районе Хамовников очень проблемные грунты. И на самом деле здесь строительство любых объектов должно быть вестись очень-очень тщательно, после очень серьезных консультаций со специалистами, учеными. Но ради получения прибыли
власть ни с чем не считается, а бизнес тем более ни с чем не считается. Им построить, срубить свои деньги, а дальше, так сказать, как говорится, трава не расти. Поэтому вопрос контактов московских властей с учеными, специалистами, он стоит очень остро. Точно так же, как и для вашего района, стоит очень острый вопрос контактов московских властей со специалистами, учеными, экологами. Экологическая обстановка в принципе в центре Москвы, да и в целом в Москве, крайне тяжелая. Ну, если кто не знает, загрязненность воздуха в Москве в 10 раз превышает допустимые нормы. 10 раз. Я вам могу сказать, недавно с удивлением сам узнал, что Москва по загрязненности воздуха уступает только Норильску. Уже впереди многих крупных промышленных центров Урала, где еще предприятия работают. То есть один из самых грязных городов – это Москва. Поэтому подобного метода решения проблем, которыми сейчас пользуются московские власти, они абсолютно недопустимы. И проблемы контактов со специалистами экологами, сохранение парков, скверов, зеленых насаждений в Москве стоит очень и очень остро. В Москве ведь говорят, Москва очень заботится об экологии, но в Москве ежегодно вырубаются примерно 100 тысяч деревьев. Деревьев таких уже добротных, возрастных деревьев. Вместо них, хоть как правило, предложение давайте. Либо маленькие кустики, либо кустарники, которые абсолютно неэквивалентно решают экологическую ситуацию в городе Москве. Я уж не говорю о тех декоративных катках с цветочками и клумбами, которые, ну, наверное, эстетический вид Москвы они как-то облагораживают, но для решения проблем экологических это абсолютно ноль. Вот, коллеги, какие проблемы вашего района я вижу и над которыми готов работать. А сейчас я предлагаю в режиме, может быть, вопросы-ответы или кто-то хочет сам высказаться по проблемам своего района, пожалуйста. Дальше, пожалуйста, не торопясь, поднимайте руку, я замечаю и предоставляю. Я отвечать на то. Да. И, пожалуйста, вначале представляйтесь. Кроме того, я воспользуюсь ситуацией, хочу напомнить. 31 числа в центре Москвы на площади Революции пройдет большой митинг, которым инициаторами которого является наша партия, городское отделение. Естественно, он будет посвящен ситуации предвыборной в Москве. Иван Иванович, я надеюсь, примет в нем участие. И мы дадим слово различным группам, протестным, инициативным группам, которые борются за соблюдение закона и интересов москвичей, дам выступить. Митинг будет не как обычно, там часовой, для 5-6 выступающих. Мы дадим всем желающим осветить ту или иную проблему выступить. Важно, чтобы она была не частная, не конкретного человека, а охватывала интересы групп москвичей. А во сколько? Пожалуйста, желаю. Начнем в 11:30. Желающие взять слово могут ко мне подойти и записаться. Теперь, пожалуйста, какие есть вопросы? Я еще один вопрос не осветил. Ко мне кто-то подходил из поколения детей войны. Вы найдете в моей программе специальные позиции, которые касаются поколения детей войны. Я твердо считаю так и обязательно это сделаю. Все наши москвичи, которые родились накануне войны, в годы войны, будут по всем льготам приравнены к труженикам. Я твердо в этом убежден. И этот вопрос нужно решать немедленно. Я извиняюсь, не ждать, пока представители этого поколения с каждым днем, с каждым месяцем становятся все меньше и меньше. Тоже есть в моей программе, значит, скажу, как этот вопрос отработан в моей программе. Я считаю, что минимальные пенсии в Москве должны быть не ниже минимального прожиточного минимума в Москве. Он составляет 18 тысяч рублей. В моей программе написано, что минимальная пенсия в Москве будет 18 тысяч рублей. Не надо ждать никаких специальных решений для этого. Бюджет Москвы позволяет
уже сейчас. И квартиры подорожают одновременно, наверное. И про это сейчас скажу. Угу. Бюджет Москвы позволяет уже сейчас установить минимальную пенсию в Москве 18 тысяч рублей. Бюджет Москвы позволяет уже сейчас всех одиноких пенсионеров освободить от уплаты ЖКХ. Бюджет Москвы уже сейчас позволяет. Я посчитал, я математик, я знаю, сколько на это все уйдет денег. Бюджет Москвы сейчас позволяет освободить всех пенсионеров в возрасте 65 лет и выше, даже кто проживает вместе со своими родными, близкими, освободить от уплаты за ЖКХ. Ну вот это вот нормально, а то это же невозможно. Да, это более того, у бюджета Москвы будет больше возможностей, если Москва будет развиваться не так, как она развивается сейчас. Сначала Москву хотели сделать мировым финансовым центром, не получилось. Сейчас Москва стала мировым торгово-развлекательным центром. Я считаю, что Москва должна быть городом науки, образования, культуры и высокотехнологичной промышленности. В Москве сосредоточение крупных научных школ. В Москве все производства загублены. Я, конечно, против того, чтобы здесь дымили трубы и работали производства в старом таком понимании. Но без этого тоже нельзя. Но есть высокотехнологичные производства. Можно создавать ежегодно, по крайней мере, по 500 тысяч рабочих мест в течение 5 лет. Я знаю, как сделать так, чтобы в Москве появилось 2,5 миллиона новых высокотехнологичных рабочих мест. Заработают предприятия, бюджет Москвы будет наполняться совсем другим все. Способом. И можно будет многие социальные вопросы решать, в том числе за счет этого. Правильно, вот это правильно, а то все позакрывали, одни торговые развлекательные пооткрывали в заводах. Если какая-то идеология, идея, существующая сегодня для нашей молодежи, которая учится безобразно в университете, что делать молодежи, почему она ручками слоняется возле метро, не знает, куда себя применить, как себя применить? Вы знаете, я вообще идеологию оцениваю не по словам, которые произносятся, а по делам, которые реализуются. Вы знаете, я думаю, что молодежь наша хочет получить знания, они стремятся к знаниям. Я очень много знаю молодых людей. Другое дело, что им негде эти знания и свою профессию применить. В Москве, например, ежегодно примерно 100 тысяч москвичей заканчивают лучшие учебные заведения, высшие учебные заведения страны. Реально лучшие. Но практически никто из них не может найти работу по специальности. Практически все они идут в торговлю. Они идут менеджерами по торговле, менеджерами по работе с персоналом и так далее. Вот в этом идеология реальная нынешнего государства. Обмани любой ценой, впари товар и так далее. И на этом заработай. Я считаю, что для молодежи надо решить 3 вопроса. Молодежь должна иметь достойную работу по специальности, молодежь должна иметь достойную заработную плату, и молодежь должна иметь возможность получить жилье и нормально устраивать семью свою. У меня все эти 3 вопроса отражены в моей программе конкретно, как решать каждый из этих вопросов. Кроме того, конечно, жизненные воззрения молодежи, они должны быть другими, нежели сейчас пытаются их культивировать в нашем обществе, но в первую очередь со стороны потребительства. Да. Так, товарищи, я вижу. Скажите, пожалуйста, я могу к вам лично записаться? Можете. И есть вам что сказать и чем с вами? Можете, Олег Алексеевич. Могу лично. Да, можете лично. Легко. Иван Иванович, а можно пожелание вам высказать? Можно, конечно. Вы знаете, вот на дебатах вы участвуете, да? Будьте вот так же смелее. Вас окружает там молодежь, достаточно нагловатые ребята. Ну, да, вот да, эти да. их ухмылки. А вы вот как-то или вы теряетесь, или вы стесняетесь. Нет, я не теряюсь, но это, ведут. Вы знаете, дебаты вообще в дебаты превратили в КВН. Ну это понятно. Понимаете, но там невозможно нормально, серьезно говорить о своей программе. Ведь я вам скажу, почему так проходят дебаты. Тут ни для кого не должно быть секрета. Вы же понимаете, что господин Собянин отказался от дебатов. Теперь
цель, ведь они вот три раза проходили дебаты, все три раза меняли формат проведения дебатов. Первый один раз был формат, второй по-другому, третий по-третьему. Для чего это делают? Именно для того, чтобы выставить всех кандидатов, знаете, в таком, ну, если хотите, комическом, юмористическом виде, не дать им возможность рассказать о своей программе, не дать серьезно обсудить тот или иной вопрос. Ну, вы можете вот серьезно себе представить, что вопросы социальной политики отразить в течение минуты ответа. И вот думаешь, стоишь, как сказать, ну о чем сказать за эту минуту? Об этом или об этом? Так что... Ну вы не давайте им там, чтобы они не видели. Смотрите, что же Я согласен. Товарищи, я вижу. Так, у нас попросил слово депутат муниципального собрания Александра Порушина. Пожалуйста. Спасибо большое. Очень хорошо, что вы сегодня, Иван Иванович, к нам приехали, потому что наш район просто задыхается от застроек и от просто отвратительного отношения властей к нам. Потому что в нашем районе бесконечно строятся сооружения, ненужные жителям. Практически весь район под угрозой уничтожения находится. Я сегодня принесла обращение, которое сейчас жители подписывают вот за нами, за всеми. Пожалуйста, прошу всех подойти и подписать. Вот, у нас несколько точек застройки, очень остро сейчас вопросы стоят по ним. Это Комсомольский проспект, дом 1, это неадекватная застройка территории Лужников, абсолютно неадекватная, точечная застройка, уплотнительная. Это Смоленский бульвар 15, где рушится историческое здание в связи с тем, что начались работы строительные вплотную к этому дому. Это территория ИЗОН, Комсомольский проспект 27, строение 1-2-4, где, возможно, размещаются радиоактивные могильники и абсолютно точно находятся очень вредные соединения, в том числе радиоактивные. Это территория квартала 465, который собирается бесплатно застроить, невзирая на то, что это опасно, поскольку там размещался первый Курчатовский институт и огромное количество других адресов. Это рейдерский захват дома по адресу Татаринский переулок, дом 9, где человек стремится защитить Татьяна Ивановна Куликова свой дом одна, потому что все жители либо разъехались, либо пропали без вести, либо что-то с ним произошло, она одна борется за историческую застройку. Вот. Это в том числе Могильцевский переулок, где, несмотря на все уверения, до сих пор участок не был устроен. Там планировалось строительство, но отменили. Это, в общем, огромное количество действительно строек. Да? Сачёва 19 мне подсказывал дом 3. Вот. У нас огромное количество точек застроек, это я назвала только самые основные, которые бросаются в глаза. Еще не Свежский 2, где вроде бы было решение власти отменить все застройки, тем не менее почему-то договор продлевается застройщиком до 68 года. Это безобразие, при том, что было много раз сделано предписание застройщику, не застройщику, а собственнику участка, что действительно строится на этом участке ничто не может. Мы очень надеемся на помощь КПРФ в наших вопросах и лично Ивана Ивановича. Очень рассчитываем, будем за вас голосовать. Мы считаем, что вы действительно, можно сказать, лучший кандидат, на мой взгляд. Я вот собираюсь вообще за вас голосовать, честно говоря, на выборах. Вот, потому что действительно ситуация в том, что нужно немедленно менять все это. Совершенно непонятно. Бандитский замок против нашего района, как там просто рушится. Будем называть вещи своими именами. Это красивейший, старейший район Москвы. И сейчас просто много такая неадекватная по объему застройка идет. Этого нельзя допустить. Очень просим вас о помощи. Вот. И надеемся, что мы с жителями к вам на прием придем в ближайшее время. Спасибо большое за то, что вы приехали. Спасибо. Так, товарищи, еще раз напоминаю, прежде чем выступаете, представляйтесь, это для записи, для того, чтобы мы знали, кто к нам обращается. Вы следующий, вот женщина раньше поднимала руку. Пожалуйста, вам нужен микрофон? Конечно, я так скажу. Пожалуйста. Сорокина Наталья, жительница района. Как вы собираетесь решить проблему гастарбайтеров? Кроме всяких прочих проблем, массовых проблем, которые возникают в связи с их присутствием в нашем городе, они засолили весь город. У нас 30-градусный мороз,
хлюпают лужи по всем площадям и по всем улицам. И гибнут последние кустики, которые кто-то где-то приткнул. Вот преступность и прочее, прочее. Как вы собираетесь решать эту проблему? Знаете, ну, сейчас по новостям, по разным телевизионным передачам, накануне выборов, нам показывают, что московские власти вроде бы начали решительно бороться. 30 человек есть? Да, решительно бороться с иностранными мигрантами. Но на самом деле это показуха. На самом деле то, что происходит с привлечением иностранной рабочей силы в Москве, это выгодно нынешним московским властям. Они используют их как дешевую рабочую силу для получения колоссальной прибыли, которую они получают от привлечения этих иностранных рабочих. Да, поэтому наша партия, наша фракция предложила механизм и уже внесла два законопроекта, в соответствии с которых первое. Мы считаем, что надо создать привилегии для получения рабочих мест для москвичей, жителей ближайшего Подмосковья, ну или жителей окрестных областей вокруг Москвы. Для этого мы предлагаем обложить работодателя большими взносами в страховые фонды за привлечение иностранной рабочей силы. Большими. То есть, чтобы им было выгоднее привлекать москвича, жителя ближайших регионов, а не иностранцев. Но это возможно только в одном случае, чтобы этот закон неукоснительно соблюдался. Да, чтобы власть решительно боролась со всей, так сказать, нелегальной, незаконным привлечением иностранной рабочей силы. И второе, мы внесли законопроект, в соответствии с которым все граждане государств, которые входили в Советский Союз. Как идут подписи? Идут. Хорошо. Только при наличии трудовой визы. Никакого свободного перемещения рабочей силы. Мы считаем, что совокупность этих двух мер жестких требований по их соблюдению приведет к тому, что реально в Москве количество иностранных рабочих сократится в десятки раз. В числе прочих отравляющих веществ обнаружен толуол. Кроме того, что это растворитель, это наркотик, он вызывает привыкание. Вот. Все по нулям. Уже 57 лет борется наш народ там. Нормы наверняка нарушаются. Это я вам точно. Мы задыхаемся. Давайте мне, если есть, это обращение. Хорошо, и без обращения я займусь этим вопросом. И без обращения займусь этим. Так, товарищи, сначала потом вы, я слежу за счет. Тогда, пожалуйста, поближе. Хорошо. Я очень рад, что вы ответили на наш вопрос по точной настройке. Еще раз повторю, конкретизировать сам закон о точной застройке вы будете? Мы сможем обратиться в суд, если будет проект точной застройки? Ведь первое, закон конкретизирую, но мой вообще подход такой. Прекратить в центральной части Москвы любые виды точечной застройки. Прекратить, потому что, знаете, как только дашь лазейку для решения одного вопроса, все это расползется немедленно. Есть единственный случай, когда можно это разрешать. Если реально жители данного района, данного микрорайона обращаются по своей инициативе к московским властям и просят какой-то решить вопрос, вот тогда можно рассматривать и можно решить. Все остальное это недопустимо. Иван Иванович, второй вопрос, очень важный. 6 августа этого года мы обратились к Владимиру Владимировичу Путину. Все жители 6 августа этого года мы обратились к Владимиру Владимировичу Путину. Все жители, сейчас погромче скажу, квартала 443 просят. Ну, я попытаюсь сказать громче, но я уже не знаю, как поворачиваться. Да. Вот, обратились к Путину с просьбой установить памятник русскому советскому разведчику. Вот здесь у нас, в нашем квартале, живут ветераны КГБ, ветераны вооруженных сил. Их дети, их жены,
и все жители обращаются с просьбой установить этот памятник. У нас сделан макет памятника, достаточно известным скульптором. Можете ли вы нам помочь и установить здесь, на сквере, этот памятник? Нам очень не нравится та кампания, которая была развернута против работников КГБ, а у нас живет очень много их потомков. Помогите нам, пожалуйста, установить этот памятник. Значит, письмо передано с правительства Москвы, но я думаю, что там все это не будет сделано. Мне просьба дать копию этого письма мне, и я готов вместе с вами заняться решением этого вопроса. Спасибо. Сейчас я отвечу. Правильно. Я об этом сказал. Правильно. Да, значит, очень правильная была высказана мысль, что страна, к сожалению, продолжает сидеть на нефтяной игле. Живем за счет продажи нефти и газа, что надо поднимать промышленность в стране. Это касается и Москвы. Москва тоже был крупный промышленный центр. Сейчас вся промышленность в Москве загублена. В Москве на поддержку промышленности, науки из бюджета города выделяется меньше 1% бюджета. Я еще раз только хочу сказать и всех успокоить. Речь не идет о развитии каких-то неподходящих для Москвы отраслей промышленности, которые будут дальше загрязнять воздух. Сейчас есть абсолютно высокотехнологичные виды промышленности, экономики, которые создадут новые рабочие места, но они не будут, так сказать, влиять отрицательно на экологию города. Москва этим не занимается. Это касается Москвы, это касается и всей страны на самом деле. Вот почему огромное число людей из всех регионов страны едут в Москву. Из Сибири, Дальнего Востока, из Центральной России. Потому что везде позакрывались промышленные предприятия. По воле господина Ливанова закрываются высшие учебные заведения. Молодежи негде учиться. Теперь хотят реформировать Российскую Академию Наук, закрыть теперь еще и научные учреждения, научные институты. Ну, конечно, разве так такая страна, как наша, может развиваться? В нашей стране должно равномерно развиваться все регионы. Везде должна развиваться промышленность, везде для молодежи должны быть учебные заведения, научные институты. Да, правильно. Тогда это будет нормальное развитие страны, я повторяю, особенно такой, как наша. У нас основные наши богатства за Уралом. А оттуда народ бежит, потому что никаких условий нет для жизни. Дальше есть еще вопросы или желающие? Пожалуйста, представляйтесь. Сделали высший комок. Они потребовали в ультимативном порядке. Мы думаем, что со временем такие люди... Жители России, это жизнь, снимите. Жители Москвы. Дорогие друзья, ну как мы видим, что действующий кандидат не предлагает технологии свободной энергетики. То есть в нашей же с вами жизни не появятся новых средств перемещения в пространстве, расселения на природе и так далее. Нам опять обещают создание рабочих мест, потрачить, но на новом высокотехнологическом уровне. Расселение из мегаполисов, новые средства перемещения в пространстве, новые мировоззрения. Вот о чем надо говорить. И обо всем об этом господин Мельников предлагается с Сыковским, например, встретиться, или с Ивановым, или с другими учеными, которые говорят о новом направлении физического развития, естествознания. Тем более господин Мельник — это математик, ему это будет понятно. Это был митинг, это была встреча с кандидатом в мэры города Москвы господином Мельником Иваном Ивановичем. Мы предлагаем вам участие в решении.
Я до этого делал интервью. На соответствующие счета. На самом деле, все это ЖКХ сейчас превратилось в колоссальный бизнес. Все ринулись в этом. Почему ринулись? Потому что по оценкам экспертов, реальная стоимость услуг ЖКХ примерно 70% составляют откат. Реальные услуги составляют всего 30%. 70% это то, что накручивается. И вот с каждым месяцем все это идет накрутка, накрутка и накрутка. Мы выступили с инициативой заморозить тарифы на ЖКХ, провести референдум в Москве. Нас даже поддержал Верховный суд. Но Московская городская избирательная комиссия под разными предлогами не позволяет нам провести этот референдум. Первое, что я сделаю, я немедленно, буквально в первый день, заморожу все тарифы на ЖКХ, остановлю их рост. Второе, сделаю анализ того, из чего они складываются. Вообще, это должно быть прозрачное ценообразование всех тарифов. И надо тарифы сделать реально соответствующему тому, что получает гражданин и по количеству, и по качеству услуг. В противном случае, это, я повторяю, это грязный бизнес и обдираловка людей. Так, вот, секундочку. Вот, пожалуйста, женщина в белой куртке, пожалуйста. Потом вам. Вот, насколько мы поняли, вы собираетесь чисто административным путем запретить мощное строительство. И не только в Хамовке. Да, не только в Хамовке. Да, запрещу. Но, не дай бог, Иван Иванович, если вы не останетесь, если проблема сеть, и никто, естественно, не запретит. Те, кто хотел, чтобы его проблемы, вот как женщина поднимает проблемы с сектами, она вот так не решается, вопрос-ответ. Это вы можете обратиться к нам, мы разместим ваш материал, мнение москвича, мнение участников встречи в газете, дискуссионно или как вы сочтете целесообразным это подать. И для этого достаточно связаться со мной, с Олегом Алексеевичем уже названным, и мы все это организуем с вами. Еще раз призываю желающих в контакт вступить, пожалуйста, мне запишите телефончик. Теперь вам слово, и мы будем заканчивать 2-3 выступления в коротке. Мозг появился сегодняшний репортаж. И как руководитель Госдумы. Первое. Все, кто работает в Российской академии наук, в других государственных академиях, знают мою решительную позицию по сохранению Российской академии наук и других академий. Второе. Чтобы поддерживать науку, нужно к ней соответствующее внимание и соответствующее финансирование. Информирую вас, что на поддержку науки из бюджета Москвы выделяется 2,2 миллиарда рублей на всю науку и промышленность. Это 0,1. Вот вы как мэр Москвы будете. Вот я говорю, что у меня приоритет другой будет совсем. И третье. Наука живет тогда, когда она востребована.
когда научные разработки внедряются в работу народного хозяйства, в промышленность, в экономику и так далее. Вот я создам специальный департамент, у меня заммэра по этим вопросам будет академик Российской академии наук Борис Сергеевич Кашин. Я уже озвучил состав своего правительства, который будет заниматься именно вопросами поддержки науки и внедрения новых научных разработок в промышленность. Вот таким образом будем поддерживать. Так, пожалуйста, вам вопрос. Значит, вопрос точных застроек вот уже звучал из уст депутата Порушина. Я живу в доме, который... Что Москва за Мельникова? Иван Иванович Мельников, мэр Москвы. Спасибо, спасибо. Спасибо вам. Товарищи, берите газеты. У него ваша Синельщика, да, Синельщика, после моего обращения сына по такому нехорошему отношению к нему следователя, значит, мы вынуждены, понимаете, потеряли все надежды, куда как не писали, решили, что Госдума вот там за Синельщика оказался потом. Вот он взял это заявление моего сына, приложил и отправил в прокуратуру области. Значит, теперь там прокуратура Московской области, они наверняка переправят в Раменский район. Значит, разбираться. А вопрос уже решен. То есть этот товарищ следователь сначала так забывал моего сына, что обещал ему 5 лет, но он не стрелялся. Человек с высшим образованием никогда бы этих не было. И мы куда? И мы поэтому пошли посоветоваться к вам, КПРФ. Значит, вот нам там и сказали. Давайте договоримся так, что Синельщику я увижу через несколько дней. Он вам позвонит. Через несколько. Я боюсь, что уже поздно. У вас телефон, конечно, вы не дали. Запишите его телефон. Будьте добры. Давайте, мы просим вас. Я на меня сошлете. Нет, Мачусь. Пишите телефон и на меня сошлете. Ну, простите, что прям на меня сошлете. Скажите, что были у меня. Сейчас, секунду, я должен это закончить. Сейчас, секунду, извините. Пишите. Спасибо. Спасибо. Иван Иванович, как математику вопрос? Товарищи, спасибо большое, до свидания. До свидания. До свидания. Иван Иванович, как математик, скажите, пожалуйста, есть теория единого поля, объединяющая все и позволяющая черпать энергию из окружающего пространства. Вы что-то слышали об этом или нет? Как вы к этому относитесь? Во-первых, это не математика, а физика. А во-вторых, я ко всем непознанным явлениям природы отношусь очень серьезно. С Сыцыковским, конечно, мы могли бы встретиться тогда. Ну, в первом удобном случае. Оставьте мне его телефон. Оставили, Олег Алексеевич? Я ему все, направлю тогда я... Хорошо, спасибо. По телевизору 40% населения погрязли в кредитах. Да, больше. И одни банки, салоны красоты. Маркин Олег Алексеевич. Вот красный одежда. Я ему отдал. Он мне завтра все это перезагрузит.
Ну, встреча с кандидатом состоялась. Теперь нас ожидает встреча с Агарковым Валентином Ивановичем. Стоп снято. Как я, двигай, как я. Делай, как я, двигай, как я.